Газета «Грапарк» пишет со ссылкой на свои источники, что в Исламской Республике Иран находится около 160 армянских военнослужащих. Одним из поводов недавнего визита в Армению высокопоставленных иранских военных было обсуждение вопросов, связанных с возвращением армянских солдат. Нам рассказали, что во время войны в Карабахе около 160 солдат пересекли иранскую границу и до сих пор остаются там. Неизвестно, где они находятся и в каком статусе. Нам сказали также, что Иран предъявил какие-то предусловия армянской стороне в связи с возвращением армянских солдат. Фактически, азербайджанский пример заразителен, и они также пытаются воспользоваться обстоятельством нахождения у них пленных. Мы попытались официально уточнить эту информацию в Министерстве обороны. Спросили, это правда, что около 160 армянских солдат находятся в Иране. Начальник управления информации и связи с общественностью Минобороны Армении Гевор Калтунян дал следующий ответ. Министерство обороны не комментирует эту тему. Для официального разъяснения направили письменный запрос также в Министерство иностранных дел Армении и представим ответ, как только получим, пишет газета. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.